Первый раз в первый класс. С началом учебного года наступил особенный и важный период в жизни вчерашних дошколят. И не только. Выпускники педвуза тоже впервые переступили порог школы в новом качестве – педагога. В этом году нам повезло. У нас 5 молодых специалистов. Мы этому очень рады, потому что крайне редко приходят специалисты и тем более редко задерживаются. Мы очень надеемся, что те учителя, которые пришли к нам в этом году, будут работать и будут довольны своей работой. А с коллективом новичкам действительно повезло. Встретили радушно, во всем помогают и поддерживают. Галина Сомкина и Анастасия Соловьева как раз из них, из молодых. Трудятся в тандеме. С утра первочков встречает Галина Алексеевна. Учит аккуратно выводить в тетрадках палочки-крючки, читать и считать. Затем эстафету перенимает Анастасия Сергеевна. Она занимается с малышней в группе продленного дня. Мы делаем уроки, мы гуляем, мы играем в спортивные игры, мы водим их на обед, конечно же, какие-то поделки делаем. Ну, то есть проводим свободное время не просто так, а с пользой и с интересом. Дети даже не хотят уходить из продленки. Когда их приходят забирать родители, то многие говорят: «Я еще останусь, можно я еще посижу?» Это в 5-6 часов они не хотят идти домой. Вот, потому что им интересно, и мы стараемся создать все условия для детей, чтобы им было здесь комфортно и хорошо. А уходить не хотят, потому что интересно. Ведь малышей не обманешь, они всегда чувствуют доброту. Чувствуют и отвечают взаимностью. Сначала боялись, потому что неизвестность, непонятный человек какой-то для них новый. Они увидели нас 1 сентября, первый раз они нас увидели. Но я думаю, что сразу прониклись к нам доверием. Нет детей, которые не хотели бы потом прийти в школу, до сих пор еще хотят все ходить в школу, и это очень хорошо. Трудовой путь наших героинь только начался. Еще заметно волнение перед уроками, желание лишний раз посмотреть в конспект. И каждый день в голове 1000 вопросов. Как сегодня встретят дети? Воспримут ли новую информацию? Но начинающие педагоги уверены в одном. Настоящий наставник всегда учит добру. Учитель должен быть всегда современным, быть всегда актуальным. И мы идем всегда в ногу со временем. Наша профессия никогда не устареет. И это счастье, когда ты видишь, что твои детки вот пришли в первый класс и выпускаются в 4 классе. А когда ты видишь их выпускниками 11 классов, то это просто уже такое ощущение, что ты их собственная мама.